Всем привет, ребят. Ну что, последний коллекционер на аккаунте подписчика Ивана. Семечко смеха, вот такой вот веселый у него аккаунт. Всегда нас на ярмарку проводит. Так. По-моему, мы здесь были, если не ошибаюсь. Аккаунт немножко донатный. Сейчас посмотрим, кого нам надо выбить. 35к у нас есть. В принципе, не так уж и много. Эса, Командора, Афина, ПБшка, Асура, Арктика, Бугимен. Вот так вот. Немало. 35к находится он в гильдии Ганстайл. Босс 4, 21, 5, 21, 30. Провол Бахакик. Атака фортов 20-0. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые, третьи места. Так, окей, поехали, посмотрим. Немножко донатный аккаунт. Ну, неплохо, неплохо. В принципе, более-менее играть можно. Ну, такое. Пойдет. Для такого доната и для такой силы вполне, вполне. Ничего себе. Не огонь. Так, окей. Не буду я долго вас томить. Не буду я делать очень длинный роллинг. Мы сейчас просто выбьем пару имбо-героев. И разойдемся. Я надеюсь. Ну, началось опять слоты. Шаманы пошли. Ох. Что я могу сказать? Там, где надо... Она сегодня, к сожалению, не упала, а надо было она на многих аккаунтах, а здесь она упала. Вот вам, опять же, рандомчик. Ничего не могу с ним поделать. Хреново падает, но зато дает неплохо собирать слизняки. Вот это хоть радует. Так, укротитель. Бульдозер. Инка. Это РТшки падают сегодня, паладины падают полным ходом. Атлантикор, Варлок. Тыковка. Стрелок. Я офигею. Да. Еще один одержимый. Ну, со слизнями не знаю. Там, если будет 10 штук от силы. Часть, мы заморачиваться даже не будем. Так, поехали. Поехали дальше. Ну, давай, 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 рандомчик. Сделай больше 10. Призрачный всадник. Варлок. Хорошая песенка под конец. Есть больше 10. 11. Еще один одержимый. Да сколько можно? Ну ладно. Больше 11 сейчас. Поможем начальному донатному аку. Так уж и быть. Ну что, ребят, продолжаем. Посмеялись, продолжаем дальше трешовать на данном аккаунте. Так, окей. Забрать бесплатно. Забрать награды. Вот так вот. Забрали мы отсюда плюшки. Так, смотрим, что тут у нас есть интересного. Собрать, собрать. 35. Ну, неплохо, неплохо. Поехали роли дальше. Потом пооткрываем, посмотрим, что там у нас будет. Надеюсь, мы доберем все-таки этих слизней.
Капитан Дрейк. Зеленый. А если не доберем, значит не доберем. Но нужно добрать по-любому. Ниндзик. Кубчик. Ну что там, один остался? Да. Последний самурай. Одержимый. Ну что ты одержимый? Королева Гарпий. Ну упал, 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 упал. Ара нам еще был. Рома, ничего себе, вот это разошлись. Раз, два и еще в конце, еще студеный. Ну что, поздравляю, забрали мы, в принципе, практически все. Командору за сегодня я выбил только себе и на одном аккаунте. Конечно, это очень все печально. Священный огонь. Невозможно получить, хорошо. Я вас понял. Так, а что у нас там сегодня по акциям еще есть? Базар, трейд с выгодой, киберпонедельник, счастливое число. Кстати, в киберпонедельнике не дают все награды. Надо будет написать в ТПшку, что они опять не додают. Так, Prime. Прайм 5 мешков, прайм руны есть, 5 рун 9 таланта, вот это не приходит, и пакет сталов тоже мне не пришел на основу. Так, окей, тут забрали. Так, тут еще, по-моему, есть открыть сундук, поехали посмотрим эту акцию. И... офигенно, я вам все записал, как обычно. В общем, дособирали. Дособирали, забираем вот это. Ничего там толкового нам не упало. Дособираем шансики. Как обычно, роллинг-троллинг. Хорошо, хоть не основной. Так, самики. Сейчас пойдем открывать. Плюшки. Кстати, неплохо самики дают. Так, ровно, чётенько вообще. Вот так, смотрите, читерно добавились еще самоцветы у нас. Так, окей. Поехали. А вдруг еще имба выпадет. Хоть слоты ему пооткрываем. Валентина. И сердцеедка Витория. Так, забрали. Так, что у нас не попало сюда? Карты что-то как-то странно. В последнюю очередь дает открывать. Что-то тут нечисто. Так. Так, ну что, поехали, потрешуем немножко. Еще у него самоцветы остались, ладно, их оставим. Поехали, поехали, коробки сейчас мы оставим, пооткрываем карты еще. Да блин, везде все перебор. Хоть эмблемы, ой, отлично, ремка пятая, фига себе. Вот это подгон. Чётенько. Поехали сюда. Ну, давай. Стойкость. Ну, стойкость такое себе. Можно поставить пока временно даже сюда. Ну, ложный. Ну, у него тут без атаки Махатма. Ну, смысла нету ей ставить. Это не то. Дрейк. Нафига он на Дрейку поставим сюда?
Бух войны, вот это уже поинтересней будет. Опять же, кому его ставить? Так, малышник, малышник. Рогатка. Рогатки смысла нету, малышу Нику шапки. Шапки железная тройка стоит, тоже на нее не особо хотелось бы сливать. Поставим на малыша Ника. Так, СУшка. Да, пока временно. И разбросик. Вот разбросик, если, конечно, он когда-то захочет докачать. Может, поменять черепу поставим. Я, в принципе, это оставлю. Так, окей. Поехали дальше. Карта у нас осталась одна. Вторая вот эта. Щик и ведьма. Ну, такое себе. Ну и психощит. В принципе, вот так вот, ребят. Вот такой вот последний коллекционер был. Немножко он у нас затянулся, но ничего. В принципе, думаю, он будет рад. Дофига эмблем вытащили. Забрали то, что должны были. В общем, вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.